Дела коммунальные. Об итогах работы за прошлый год отчитался начальник департамента ЖКХ Алексей Соков. Строительство новых домов взамен аварийных, капитальный ремонт, обращение с ТКО. И это далеко не все сферы работы ивановских коммунальщиков. Чтобы в домах граждан было тепло, департамент организует поддержку ресурсоснабжающих компаний. На эти цели в 2017 направили более 700 миллионов рублей. В 2017 году департаментом продолжена работа по реализации областного полномочия в части возмещения из областного бюджета недополученных доходов теплоснабжающих организаций и организаций водоканализационного хозяйства в связи с применением в расчетах с гражданами льготных тарифов на коммунальные услуги. Одно из наиболее заметных для жителей региона изменений – благоустройство дворовых и общественных территорий. На асфальтирование и озеленение, а также установку скамеек и урн в 2017-м потратили 250 миллионов. В текущем году работа в этом направлении продолжится. По итогам года благоустроено 211 дворовых территорий, 46 общественных пространств – это площади, скверы, аллеи, а также 3 городских парка. В приоритете на 2018-й решение проблем в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, усиление контроля за капремонтом, а также привлечение дополнительных инвестиций в сферу ЖКХ. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.